Некоторые хотят забыть прошлое. Другие хотят его изменить. Помнишь, когда мы были детьми, у меня начались выпадения памяти. Некоторые из тех воспоминаний начали возвращаться. Есть эпизоды, которые мы хотим помнить. Как считаешь, мы всегда будем вместе? А некоторые воспоминания... Черт возьми! Мы не можем забыть. Я вернусь за тобой. Я знаю, что, читая этот дневник, могу вернуть Кейли. Я бы на твоем месте дважды подумал. Все может стать еще хуже. Я никогда раньше такого не видел. Что если можно вернуться назад во времени? Ты полностью расслаблен. Думай об этом как о фильме. Можно ставить на паузу, перематывать, замедлять. Можно ли спасти самого близкого человека? Милый, что с тобой? Кейли, это ты? Невероятно. Однажды я потерял тебя, и это не повторится. Ты никогда меня не терял. Что ты несешь? У вас счастливая жизнь. Не связывайся с нами. Что с Кейли? С ней все хорошо? Если я вернусь сначала, я могу ее спасти. Скажи, если увидишь что-нибудь странное. Страннее этого. Изменив одно... Кейли, когда-то ты была счастлива со мной. Ты изменишь все. Отправляйся назад и спаси меня. Как ты это делаешь? Если я расскажу, ты не поверишь. Эштон Кучер, ты не можешь изменить людей, не уничтожив их мир. Эмми Смарт. Каждый раз, когда я возвращаюсь в прошлое и помогаю кому-нибудь, все идет наперекосяк. Боже, что мы наделали? Ты не можешь играть в Бога. Эффект бабочки.